Приехал генерал в глухую деревню с инспекцией, посмотрел все вокруг и говорит: «Да, глуховато у вас здесь. Да я и не знаю, как вы здесь без баб-то живете. Да все прекрасно, у нас верблюд есть». «Да ладно, да серьезно, пойдем в амбар покажу». Заходят они в амбар, а там верблюд стоит, а к верблюду тропа такая вверх. Генерал: «А можно я попробую?» «Да без проблем, конечно, товарищ генерал». Идет он по этой тропе вверх, подходит к верблюду, расстегивает ширинку. И давай верблюда там и так, и сяк, и по-всякому. Закончил дело, застегнул ширинку и говорит: «Ну вы даете, мужики!» Они так смотрят на него: «Это вы, товарищ генерал, даете, а мы на этом верблюде в соседнюю деревню к бабам ездим».